Здравствуйте! В эфире информационная программа «День города», в студии Алиса Харлина, и вот главная тема сегодня. Динамика положительная. Волжский межрегиональный природоохранный прокурор прокомментировал проблемы региона. Охранная или строительная зона. Областной суд отменил решение Гордумы о застройке территории Кремля. С дипломами домой. Около сотни иностранных студентов Рязанского медуниверситета закончили обучение. Рязань является промышленным городом, предприятия которого так или иначе негативно влияют на состояние загрязнений реки Оки. Проблематично достичь положительного результата, например, в Саратовской области, если в нашем регионе Ока, впадающая в Волгу, будет интенсивно загрязняться. Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура – единственная, которая организована по бассейновому принципу. Собственно, это и позволяет на основании анализа иметь целостную картину состояния законности в сфере охраны природы во всем Волжском бассейне, а также сплотить и объединить усилия многих государственных органов, выступить координатором общих усилий. Рязанская – одна из 16 природоохранных прокуратур, которая работает по этому принципу. И уже во второй раз с визитом в наш город приезжает Вениамин Селифанов, волжский межрегиональный природоохранный прокурор. Целью визита сегодня стало участие в коррекционном совещании, связанном с декриминализацией лесной сферы. Но прежде Вениамин Селифанов встретился с прессой и местными жителями, которые специально приехали, чтобы задать острые, волнующие их вопросы. У нас, как организацию, которая занимается расчисткой охраны зон линейных объектов, в том числе газопроводов, линий электропередач, интересует в первую очередь урегулирование права собственности на вырубленную древесину до момента проведения аукциона. Вопрос этот не новый, но до сегодняшнего дня так и не был взят на карандаш. Многочисленные организации просто перебрасывают список обязанностей и обязательств друг на друга. Не мягко, не криво, это действительно хищение, потому что это все равно, что пойти в лес и произвести вырубку незаконно. Точно так же, только здесь уже рубить не надо, уже все вырублено, и, значит, его используют по назначению. Вениамин Вениаминович пообещал в месячный срок ответить. Он сказал, что у него есть определенные предложения, на сегодня он их не озвучил. Предложения определенные есть у нас, то есть на сегодня наша задача была этот диалог с властью начать. То есть мы его начали, поэтому будем надеяться, в скором времени эта проблема разрешится. Для Рязанской области характерны проблемы обеспечения безопасного обращения с отходами производства и потребления, сбросов недостаточно очищенных сточных вод, водные объекты, обеспечение сохранности особо охраняемых природных территорий или охрана атмосферного воздуха от загрязнения. Но при всем при этом, ответил Вениамин Селифанов, если бы не совещание, то посетить наш регион еще раз в ближайшее время его вдохновили бы только рыбалка или грибы. Вот по цифровому показателю, да и не только, и ощущается, вот воздух в Рязанской области и по статистике один из лучших. Вот. И та динамика, вот, опять-таки, по выбросам тоже, ну, она замечательна. Если она сохранится, здесь сложно сказать, что я исхожу из статистики. По словам прокурора, снижение тревожных показателей, исполнение решений суда или даже уменьшение количества лесных пожаров в последние годы в регионе говорит только о грамотной координации и четком выполнении работы специалистов. Рязанский областной суд отменил решение Гордумы о переводе части Борок из зоны пойменных ландшафтов рек Оки и Трубежа в общественно-жилую в генеральном плане города. Напомню, декабрьское решение депутатов оспорила прокуратура, заявив, что оно противоречит утвержденным в 1986 году зонам охраны памятников истории и культуры Рязани. Этот документ относит рассматриваемую территорию к зоне охраняемого природного ландшафта Кремля, строительство в котором запрещено. В свою очередь, представитель Думы в суде заявил, что зоны охраны 1986 года не имеют силы. Самое сердце нашего города – историко-архитектурный музей-заповедник «Рязанский Кремль». На самом деле является древним поселением. Здесь располагался город Переславль-Рязанский. И это не только территория, огороженная валом и двумя реками, но и охранные зоны далеко вокруг. Их историческая и культурная ценность состоит в сохранении панорамного вида достопримечательного места. Судебное противостояние между Рязанской городской думой, разрешившей жилую и коммерческую застройку крупного участка земли в Борках, и прокуратурой, настаивающей на том, что здесь действуют охранные зоны, строительство в которых запрещено, завершилось. В Рязанском областном суде завершилось рассмотрение административного иска прокуратуры Рязанской области к Рязанской городской думе. Прокуратура в своем иске оспаривала решение Гордумы об утверждении изменений в генеральный план города Рязани. По мнению истца, этот акт изменил правовой режим
продажам земель в районе Борок в пойменной зоне рек Ака и Трубиш. Представитель ответчика полагала, что спорный участок не является зоной охраняемого природного ландшафта. Изучив представленные доказательства и выслушав мнение сторон, Рязанский областной суд решил иск прокуратуры Рязанской области удовлетворить, решение городской думы города Рязани отменить. Решение областного суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами. На решающем заседании суда Вера Чернышова, председатель Рязанского отделения общества охраны памятников архитектуры, истории и культуры, предоставила подлинный экземпляр проекта охранных зон. Это документ, состоящий из текстовой части и карты, на котором были указаны охранные зоны, которые нужно было учитывать при застройке и развитии города. Сам представленный экземпляр оказался, по всей видимости, единственным уцелевшим. Остальные оказались утеряны или недоступны. Позиция городской думы вызывает по меньшей мере удивление. То есть здесь настолько все очевидно, и настолько это то ли глупость, то ли лукавство намеренное, трудно сказать. Достопримечательное место, да, это недавно, так сказать, у нас появилось. Но, простите, памятники федерального значения, археологическое городище и историко-архитектурные памятники – все это было давным-давно. Аргументами сотрудников гордумы стало и то, что охранная зона должна находиться вокруг памятника. А раз в самих Борках нет памятников истории и культуры, то и защищать там нечего. Видовой точкой предложили считать не всю площадь охранной зоны, с которой открывается вид на Кремль, а конкретную точку на карте. С одной стороны, город постоянно провозглашает, что одно из приоритетных развитий – это туризм, а с другой стороны, пытается двигаться в ровно противоположном направлении. То есть, а какой туризм без туристических объектов? Да, если вот сейчас мы по периметру будем застраивать Кремль многоэтажками, и то сегодня, вот посмотрите, с любой точки Кремля видны эти уродливые дома внизу там на Речников, совершенно нелепая башенка, которая, значит, появилась на улице Свободы, в то время как там здание, значит, это должно было быть на несколько этажей ниже. Уже испорчена панорама, и они что, хотят продолжать идти в этом же направлении? Напомним, на публичное обсуждение вопрос застройки охранных зон вынесли градозащитники, а в суд подала прокуратура области. Можно без специальных знаний наблюдать, что многоэтажки, которые в большом количестве выросли за последние годы в историческом центре города, постепенно закрывают Кремль от обозрения. Пока еще достопримечательное место можно видеть из разных точек города, но скоро есть вероятность того, что сердце Рязани затеряется среди высоток. Ужасное чувство тоски, которое возникает летом при отключении горячей воды, знакомо каждому. Любая процедура от мытья посуды до приема ванны ассоциируется с кастрюльками и тазиками. Но этого периода не избежать, иначе как проверить трубы и тепломагистрали на предмет повреждений. Другое дело, когда эта процедура сильно затягивается, рязанский мэр Олег Булеков призвал горожан жаловаться на слишком долгое отсутствие горячей воды. Предельный срок планового отключения 2 недели, напомнил Олег Булеков. По словам чиновника, отклонение от нормы пока не зафиксировано, но если они будут, жильцы могут позвонить диспетчерам городского управления энергетики и ЖКХ по номеру 447915, муниципальной теплосети 340544 или в мэрию 956928. Информация о плановых отключениях есть на сайте мэрии. Также, отметил Булеков, ее должны размещать на стендах в подъездах. За объявления отвечают управляющие компании. Графики им отправили еще в мае. Мэр напомнил, что воду отключают для подготовки к отопительному сезону. Если вдруг эти сроки не выдерживаются, то необходимо информировать структурные подразделения администрации, а именно за это отвечает управление энергетики жилищно-коммунального хозяйства, их телефон 447915, либо непосредственно информировать муниципальные предприятия тепловых сетей. Их номер это 340544. Либо всем известный телефон, это телефон обращения отдела по обращению граждан 956928. Основные усилия ресурсоснабжающих организаций направлены на то, чтобы обеспечить ремонт максимального количества коммунальных сетей до начала нового отопительного сезона. В настоящее время сотрудниками управляющих организаций, обслуживающих многоквартирные дома, осуществляется ремонт оборудования индивидуальных тепловых пунктов. Производится замена теплоизоляции, труб отопления, горячего
горячего и холодного водоснабжения, канализации. Помимо этого проводится промывка и опрессовка систем центрального отопления. Важной составляющей подготовки к зимнему периоду является ремонт кровель, технических помещений, утепление межпанельных швов, остекление лестничных клеток. Хотел попросить жителей города Рязани немного потерпеть за временное неудобство, но это необходимые работы, которые мы должны сделать для того, чтобы все-таки минимизировать аварийные ситуации, которые могут возникнуть в течение нового отопительного сезона. Профилактические работы также проходят сейчас и на объектах социальной сферы города. По информации подразделения администрации, сроки проведения профилактических и ремонтных работ в настоящее время выдерживаются. Они завершатся не позднее 10 сентября. К 20 сентября 2016 года все объекты должны получить паспорта готовности к прохождению нового отопительного сезона. В Рязанском государственном медицинском университете обучается более 800 иностранных граждан из 56 стран. Стоматология, лечебное дело, фармация, будущие светила науки из-за рубежа с удовольствием осваивают новые специальности. Диплом единого государственного образца дает выпускникам право заниматься профессиональной деятельностью на территории как России, так и других государств. Около сотни студентов, для которых за 6 лет обучения в медицинском университете Рязань стала почти родным городом, сегодня получили дипломы. Долгожданный выпускной, как и любое событие, означающее переход к новому жизненному этапу, одновременно овеян и легкой печалью. Очень трогательный момент. Этим выпускным стартует череда выпускных вечеров, которые будут и завтра, и в понедельник, и дальше. У нас всего 5 дней, когда мы будем провожать наших выпускников. Моменты грустные, волнительные, в том числе и радостные, потому что мы действительно выпускаем в систему здравоохранения подготовленных хороших врачей. И я уверен, что эти ребята, конечно, найдут себе место под солнцем в жизни, во всем мире бескрайним для них абсолютно. И кто-то из них будет возвращаться к нам, может быть, и многие, может, уже и их дети будут возвращаться. Поэтому радостный, хороший и счастливый день. На мероприятии собрались и родственники студентов, многие из которых пришли в национальных костюмах. Большое количество людей, экзотической для Рязани внешности, необычные наряды, иностранная речь – все это превратило день вручения дипломов в один из самых ярких выпускных Рязани. Я был в лечебный факультет 6 лет, а я сегодня, это мой последний день, я закончил учебу, и теперь я могу сказать, что я врач и терапевт. Приехал в Рязань, потому что я очень люблю Россию. И выбрал город Рязань, потому что в интернете искали, видели, что очень хороший город. Было сложно сначала, да, но теперь очень сложно уезжать домой, потому что я привык жить в России, особенно в Рязани. Медицинский университет объединяет под своей крышей студентов из многих стран мира. Неизменно подтверждается из года в год. Все они живут в атмосфере добра, основанной на толерантности, внимательном отношении друг к другу. После произнесенной в зале клятвы Гиппократа, каждый из них с честью пронесет звание выпускника Рязанского государственного медицинского университета. Университет дает право работать ребятам из совершенно разных стран. И это подтверждение высокого международного статуса вуза. С некоторыми из студентов вуз не прощается. Кого-то ждет впереди обучение в интернатуре и ординатуре. Несколько дней назад в Вене Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций оставил в силе отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики, что не дает российским спортсменам возможности выступить на Олимпийских играх 2016 года в Бразилии. Мы связались по телефону с членом сборной России, рязанским байдарочником Евгением Луканцовым, который сейчас готовится к чемпионату Европы, чтобы выслушать его мнение на этот счет. Рязанский байдарочник Евгений Луканцов выиграл чемпионат России в Москве. В понедельник он показал лучший результат в заездах одиночек на 200 метров, опередив олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко. Эти соревнования были отборочными на летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. В этой дисциплине от России выступит один спортсмен. Также на счету Рязанской области серебро. Луканцов и Михаил Тамонов заняли второе место среди двоек на 200-метровке. Напомним, байдарочный спорт – один из базовых видов спорта в Рязанском регионе. Сейчас у нас проходит чемпионат Европы в Москве, сразу после чемпионата России. Вот, планируем здесь выступить, потом будет небольшой перерыв до 4 июля. И 4 июля будет подготовка к играм. Знаете, если вот говорить про наш спорт, да, про наше состояние наших баз, про отношение к нашему спорту в регионе, нам не хватит и 5 часов. Тренерам, конечно же, спасибо, у которых я начинал, у которых продолжал работать. Но в основном, я скажу так, что все
все, что последние 4 года у меня получается, это все за счет сборной. Потому что тренируюсь в составе сборной команды России и выступать в международных соревнованиях в хороших условиях, так сказать. У нас в Рязани для гребли в последнее время не делается, ну, очень мало что. У нас нет ни одной спортивной базы нормальной. Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций на заседании в Вене решил не возобновлять членство Всероссийской федерации легкой атлетики. Это означает, что российские легкоатлеты не смогут принять участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Решение было принято путем голосования, в котором участвовали 26 членов Совета. Всероссийскую федерацию легкой атлетики дисквалифицировали в ноябре 2015 года после доклада Всемирного антидопингового агентства, где сообщалось о повсеместном применении допинга в российской легкой атлетики. Евгений Луканцов прокомментировал ситуацию. Со своей точки зрения, я могу сказать, что это достаточно несправедливое решение по отношению к чистым спортсменам, которые ни разу не были ни заподозрены, ни пойманы на допинге. Ну, как я знаю, до конца этот вопрос еще не решен, потому что сказали, что некоторым спортсменам будет дана возможность выступать в Рио под российским флагом. То есть этот вопрос еще решается. Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что на государственном уровне мы боролись и будем бороться с допингом в спорте. По словам Путина, применение запрещенных препаратов – это проблема всего спортивного мира, а не только России. Наша телекомпания желает Евгению успешного выступления на грядущем чемпионате Европы и ожидает встречи со спортсменом в преддверии Олимпиады. Это все, о чем мы успели рассказать. Если вы что-то пропустили, заходите на наш сайт город62.tv. Там по дате эфира легко найти любую программу наших журналистов. Хорошего вам продолжения вечера и до встречи в эфире.